Айфономания. В России стартовали продажи iPhone 10. Очередь у магазинов с яблочной продукцией бьет все рекорды. Поклонники iPhone даже спровоцировали пробку на Тверской. Одному из фанатов Apple стало плохо прямо на улице. Тут же в толпе собирает подписи новый кандидат в президенты России. Человек в костюме гаджета с табличкой «Кандидат не для всех». Компании Apple уже больше 35 лет, поэтому баллотироваться на пост президента страны я имею право. Здесь, в принципе, мой электорат. Поэтому вот собираю, хожу подписи в поддержку себя. Скоро будет моя предвыборная кампания и вся программа, собственно говоря. Поэтому следите за новостями, подписывайтесь на iPhone X, голосуйте за iPhone X. iPhone X кандидат не для всех. Судя по ажиотажу, у iPhone есть все шансы набрать количество подписей. Выстраиваться перед магазинами люди начали еще за сутки. Сотни любителей яблочной продукции ночевали у дверей. Особо предприимчивые продавали место в очереди от 40 тысяч рублей. Доставка до дома еще плюс 40 тысяч рублей. Сам гаджет стоит от 79 900 до 92 тысяч рублей. Те, кто уже заполучил телефон, надеются продать его подороже. На Авито появились объявления с ценником в 190 тысяч рублей за гаджет.